В повестке дня второго в этом году межведомственного совещания сразу несколько вопросов. Говорили на заседании о профилактической операции «Подросток». Она стартовала 1 июня и продлится до 1 октября. То есть комплекс мероприятий запланирован на весь летний период. Эта работа по реализации детского закона. Подростки не должны находиться на улице без сопровождения в ночное время. И количество рейдов летом решено увеличить. Большое внимание будет уделено и программе «Дорога». Это профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Плотнее решено работать и с семьями, которые находятся в социально опасном положении. Особо отметили важность раннего их выявления. И, конечно, здесь не обойтись без помощи общественности. Хотелось бы обратиться вообще к жителям города Сочи. Если вы стали свидетелями неблагополучия или наличия неблагополучия, признаков неблагополучия в семье, то об этом необходимо сообщать в органы системы профилактики, в городской отдел, это по телефону 264-34-11. Говорили на совещании и о трудоустройстве подростков от 14 до 18 лет. Всего в городе должно быть создано 2136 рабочих мест. В приоритете несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации.